Друзья и зрители, простите, что я вчера не снимал, как бы интернета не было, вот и не смог снять видео. Я сейчас против этого гадкого Магнуса играю, который я никак не могу победить даже на своей крутой Феррари. Если я сейчас его тоже не выиграю, то я ему такой сюрприз задам, что он расплачется. Реально, он расплачется. Да. На самом деле, у меня немножко другой голос. У вас в микрофоне, наверное, по-другому слышится. Фух, ё-моё, как я тут быстро езжу. У меня опять все шумят. Главное не перекрыть, чтобы приставку не взорвать. А то это нереально. Опять ко мне приходит, ну, ё-моё, была бы у меня отдельная комната, не приходили бы ко мне, и все спокойно бы было, а тут опять приходит ко мне, успокоиться не дает даже. Ребят, притом сегодня я не смог, потому что мне пришлось к бабушке ехать надолго, если что. Эх, жалко, конечно, все. Но я буду. Давайте обгоним все-таки этого Магнуса, который я никак не могу обогнать. Надо, чтобы он в машину ударился, и это будет вообще замечательно. Надо его только прислонить к машине. Вот так можно тоже. Посмотрите, какой Магнус плохой. Так, у меня тут опять все шумят. Ё-моё, блин. Я хочу, чтобы у меня было тихо. Короче, все. Давай. Все, покидаем испытание. В гараж. И вот сейчас будет просто плохо. Ребят, я вообще не пойму, почему интернета у меня вчера не было. Вот до этого возьмем. Давайте выпустим машину. Посмотрим, что Магнус Палагнус скажет. Подождите, у меня есть хоть кто-то есть? Кто-то точно здесь, там штрасс. Ох, я уже вообще злой. У меня самая сейчас быстрая тачка есть. Самая быстрая тачка. Она расплачется. Реально. О чем я говорил. Расслабляться рано. Выиграйте спринт против Магнуса. Ну что, дадим жару, а? Отсюда до той стороны. Смотри, не потеряйся. Увидимся на финише. Педаль в пол. Да блин, заново. Игрок вообще тупой. Это не игрок, а бот. Ну что он здесь ездит, а? Лучше бы эти боты убирались. Я бы только с настоящим гонял. Слишком много ботов. Чего он сказал педаль в пол? Да ё-моё, тут звонят еще. Что творится? Почему он не дает? Ох, я никогда не смогу нормальное видео записать.
Ох, короче. В следующий раз я вообще всех из дома выгоню. Не знаю, их списать. Что за люди? Отсюда, с той стороны. Смотри, не потеряйся. Увидимся на пилице. Чё? Ну, конечно, педаль в пол будет. Это тебе педаль в пол нужна. О, видите, мы его уже обогнали. Он уже сдается. Первый раз в своей жизни он сдается. Хорошо, что у меня еще эта машина есть. Она хоть... Это машина-выручалка. Она меня выручает, когда нужно ехать. Так, все классно. Завтра будет... В эфир про Fortnite видео. Завтра. У меня... Хотя нет, у меня не познавательно. У меня как бы вечер. Смотрите, я уже Магнус имею. Видите, как все? Вот надо было эту тачку взять. По-моему, только она меня может спасти. А я ведь ее не улучшал-то. Я нельзя улучшить. Я только нитронадува-то нету. Ну, конечно, с такой тачкой. С такой тачкой ничего нельзя сделать. Даже обогнать ее нельзя. Магнус вообще офигеет. Я уже стиль, команду, ну и тюн с нашими друзьями Робин, Ману и Эми прошел. Да. Кстати, я получил сегодня еще одну новую машину за то, что я победил последний бой против Кенблока. Угадайте, что это? Я надеюсь, вы написали в комментах. И, кстати, я скажу, как найти это... Как сказать? Мою обтяжку для Феррари. Кстати, то, что у меня Феррари, я это не говорил. Просто так, чтобы вы подумали, что это за машина такая. Но я не хотела мозг выносить. Хотел проверить, насколько вы умные. Блин, наверное, нужно этот спойлер обратно поставить. Ё-моё. Моя тачка ревёт прям. Только эта тачка вообще не дрифтует, вы смотрите. Еще не помню. Да, но Магнус нас догоняет. А ну как бы все. Мы уже рядом с финишем. Видите, как все просто, легко и просто. Наконец. Вот он точно расплакался. И теперь будет жалеть обо всем. У меня тут яблоки есть. Я их сейчас поем-ка. Опять спринт, ну ё-моё.
Просили, чтобы он не говорил. Тут у нас микрофон включен. Угу. Как видите, мы Магнуса опережаем. Thank you.
Там мы сейчас вообще его выиграем. Отлично, мне еще там, там домофон звонят. Все. А. На этом можно видео и заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Чтоб подписались. Кто не подпишется, тому пройдет самая слабая машина. И вообще есть не будет. Всем пока. Пока. Вы сейчас будет телефон звонок. 5, 4, 3, 2. Да. Угу. Ладно, пока, ребята. Ой, туда опять не туда. Шею уже.